В Башкирии мать выброшенного в окно младенца простила убийцу ее ребенка. Это был самый страшный и кошмарный день в нашей жизни. За те дни, которые нам с мужем пришлось оставаться в роддоме, так как я была на лечении, мы прожили все, что только можно было прожить. И боль, и отчаяние, и горе, и отрицание, мы рыдали и не спали вообще, поделилась Виктория, мать погибшего. Старшие детки начали называть малыша Володей, когда он был еще в животике. Но мы по воле трагических обстоятельств потеряли его. Ребенок был уже третьим в семье, его все очень ждали. За такой короткий период наш Володя научил нас ценить и любить еще больше. Мы не держим зла и всех прощаем, и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Писать заявление в суд мы не будем, потому что наш Володя про большую и искреннюю любовь. Зло злом не победить, добавила мама ребенка.